Москва. Ну, дай на лагерь. Дай. Потери. Трое убитых, 12 раненых. Погибло 8 лошадей. Что в цивильном лагере? В цивильном лагере все обошлось, Алексей Федорович. Я проверил. Бомбежка велась вслепую. Бомба в основном сброшена в район нашего аэродрома. Костры горели? Мы ждали самолета из Москвы. А подтверждение о вылете было? Так, значит, мы сами навели вражескую авиацию на себя. Сами! В последнее время, товарищи, появилась какая-то беспечность, расхлябанность. Комендантская рота службу несет плохо. Отныне никаких костров на территории лагеря, никаких дымов. В светлое время без дела по лагерю не болтаться. Усилить маскировку. Дмитрий Иванович, это ваша прямая обязанность. Товарищ генерал, радиограмма от полковника Старинова. Прочти, Алексей. Рекомендую крошить тол, разбрасывать на рельсах, дезориентации собак. Спасибо, Илья Григорьевич. Эту задачу мы так и решили. Заявление. Прошу меня записать в комсомол. Ну, тихо, ребят, ну, тише. Прошу в моей просьбе не отказать. Николай Слупачек. 23 декабря 43 года. У нас в деревне бабок записывали в церковный хор. Так, а ну, замолкни. Помолчать, вы можете. Чё, замолкни, замолкни, я сказал. Товарищи комсомольцы, конечно, заявление написано не по форме. Но разве дело в форме? Дело в сути. А суть такова. Подавший заявление в комсомол стремится быть в первом ряду, в ряду атакующих. И мы это понимаем. Вот главное. А рекомендация у него есть? Да подожди ты. Тихо. Командир. Командир. Ну скажи. Командир, выручай. Вообще-то у нас рекомендация служит
взорванный личный эшелон. Но поскольку Николай еще примеряется, какой ему взорвать поважнее. Что значит примеряется? Он проходит стажировку. Я, как его командир, даю свою рекомендацию. И я. Я тоже. И я. Ребята, нужно только две. Еще вопросы? Пусть расскажет о своей жизни. Ну что? Расскажи, Коля. Что расскажи? Расскажи. Расскажи стихи какие. Ну, о советском паспорте. Да ну. Ребят, можно я скажу? Можно? Ребят, у него такая была жизнь. Такая, ну, и чемоданов даже такой не пожелаешь. Ну что, неправильно? Что рассказывать? Был пана батраком. Ну. Вот. А в 39-м пришла Красная Армия, освободила. Я пошел учиться. Вот. Два класса закончил. Ну. А тут война. Ну? А сколько раз из Германии бежал? Да ну, а, цены важно. Хлопцы, так хиба что жизнь была. У нас жизнь только начинается. Ну а насчет эшелона, товарищ командир, если доверите, я... Доверим, 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 доверим. Кузьма. Дома нема. А куда пошел? А? Невесту нашел. Вот так дела. Свадьба была. А где же Кузьма? Дома нема. Сыграем? Тихонько. Три, четыре. Парм, 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 оп! Парм, 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 пойдем. А что я? Ты танцуй, иди, давай. Танцуй, танцуй. Парм, 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 давай, ножками, ножками. Давай, давай. Посерее ножками. И присядочка встала. Парм, 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 парм. Че это? Парм, парм, парм. Пойдешь сегодня ставить свою первую мину. Готов? А як же? Проверка мины. Разойдись. Садись. Ищи кнопку. Нашел? Нашел. Плавно отпускай палец. Плавно. Здесь пишет не надо. Если обходчик или стрельба, не дергайся. Есть. Понял? Все. Так точно. Ну вот. Тачка где? Я вроде именинник. Да ладно. Эшелон завалишь, вот тебе и подарок. Тачка, мой дед. Вот мы тут одни. А я при хлопцах как-то... Вы москвич? Да. Ну вот. А я с родом в Москве не был. Кажется, красивый город. Кажется. Ну, можно я до вас в гости на пару дней приеду? Только после победы. Можно? Да, конечно. Хорошо, Микола. Приезжай, располагайся, живи, смотри Москву, любуйся. Слово? Слово. Зови ребят. Thank you.
горькой. И до обидного короткой оказалась партизанская тропа с Лупачика. Дошли к победе другие. Так вот, у этого днепровского паромщика Максима Костыри 11 душ детей было. Да нас чужих трое. Представляешь себе, семейка? Здорово. Наверное, весело было. Да уж, весело. Ну ты ешь, 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 ешь. Я ведь, Володенька, тоже в детстве соленых щей хлебанул. Бывало, на зорьке гоню чужое стадо. А в ту пору мне лет 7 было. В глазах песок от недосыпания. Ноги все стернёй исколоты. Да. Ну и били, конечно. И не раз. Знаешь, Володя, как было обидно. И обидно не от того, что кнутом стегали, а от того, что заступиться некому. А чего это ты у меня расспрашиваешь? Да так, ничего. Просто спорили с ребятами с первого батальона. Правда, мол, что вы из сиротского приюта. Значит, ты проиграл. Как там у них дела? Порядок. Вам большой привет передавали. Спасибо. А комиссар Михайлов такой смешной. Не привет говорит, а низкий поклон. Еще говорит, что у вас скоро день рождения. Подарок, мол, преподнеси. Какой? Песню, говорит, спой. Так, узнаю Акима. Какую же песню? Вашу любимую. Точнее. Распрягайте, хлопчик, коны. А так что, пой? Да не, мне музыка нужна. Я растеряюсь. А, музыка. Thank you.
97-ю гвардейскую полтавскую стрелковую дивизию, второй раз отличившуюся в боях с немецкими захватчиками, представит награждение орденом Красного Знамени. Зинулечка, ух ты ж моя рыбка. Ты что? Ух ты, какие мы гордые, однако. Чего тебе? Мне бы сумку. Ухожу с группы товарища Клокова. Медбрат Чемоданов, он же разведчик. Прошу любить и жаловать. А где этот полковник, залетная птичка, а? Ой, товарищ генерал, извините, я пошутковал малость. Это я по-дружески, извините. А кто у нас разведчик в группе прикрытия? Чемоданов. А как же я? Или вы мне не доверяете? У каждого свои обязанности, казначей. Ну так... Разговор окончен. Понял. Я, товарищ командир. Пойдешь на железку, а той ближней березы слева, видишь, и метров 400 вправо. Посмотришь по обе стороны насыпи. Давай. Слушаюсь. Что читаешь? Сказки. Интересно? Угу. Ты на командира не обижайся. Жалеет он тебя. Что, девчонка? Слушай, Абасов, ты в чудеса веришь? Да. А я не верю. Не бывает их. Вон Павлика Захарченко убили. А комиссар Скрынник, какой человек был, и не спасли. Какие чудеса. Верно. Что ж ты, Жорж, пиликаешь на скрипке? У вас всех в болото. Порядок, товарищ командир. Слева чисто, справа чисто. Хорошо. Только уж больно быстро. А я же бегом, товарищ командир. Бегом? Молодец. Готовь аппараты. Есть. Не виноват я, товарищ командир. Да не виноват, я, честное слово, не виноват. Я все проверил. Слева, справа, все было чисто, товарищ командир. Да не виноват я, честное слово, товарищ командир. Не виноват я. За шестерых не виноват. Да не виноват. Мне ехать на доклад?
Он сам доложит. Позовите Марину. Значит, Трофимова арестовали потому, что ты не подал ему условный сигнал опасности. А как же я мог подать ему сигнал, если я сам еле ноги унес? Целым взводом со всех сторон повалили. Здрасте. Марина, вспомни, сколько тогда было немцев и полицаев? Когда? Ну, когда словили Николая Трофимова, а ты его своим мужем назвала. Человек 5. Может, больше? Это очень важно. Ну, 6. Не больше. Спасибо, Марина. Иди. Спасибо. Да что мы ерундой занимаемся? Какая разница, взвод, рота или 5 человек? Факт тот, что он сбежал. Он бросил товарища. А это предательство. Да, это предательство. Да я никого не предавал. Помолчи. Считаю, что Салаид прав. Предлагаю виновного в гибели боевых товарищей, закоренелого труса Чемоданова Эдуарда Александровича, расстрелять. Сядь. Кто за? Дадим слово. Может, хочешь что-нибудь сказать? Я уже сказал. Я никого не предавал. Не предавал я никого. Приговор окончательный. Часто меня спрашивают, что такое героизм? Трудный вопрос. Мне кажется, это до конца выполненный, а скорее перевыполненный долг. В конце 43-го года фашисты предприняли новый способ поиска наших мин. Жестокий. Изуверский способ. Куда же ты идешь, дядя? Трацерде! Ну и рисковый же ты, дядя. Трацерде! Возьми, Льви. Ну что же ты железкой, дядя? Там же 1,5 метра до мины осталось. Дядя! Почему стал? Дай! Дай!
сдаться. Лучше сдохнуть, чем целый год в плену пробыть. Равняйсь! Смирно! Товарищи бойцы, сейчас мы уходим в лагерь. В этот заход враг нас проверил на прочность. Конечно, мы в долгу не остались. Дали сдачи. Вот именно. Как говорится, долг падежом красен. Но сейчас картина неважная. Взрывчатки ноль. И в ближайшие дни ее не предвидится. В общем, полный натюрморт. Так. Товарищи бывшие пленные, проследуют с нами в лагерь для выяснения вашего определения. Не сомневайся, дорогой. У нас одно определение. Но только дай автомат. Год плен, геноцвале. Кто-то за меня же воевал. Большая обида, дорогой. Я вас понял, товарищ. Подтянись. А кто последний, товарищи? Садись первым будешь. Что, бинты стричь будешь? Во! Иди сюда, Генацоли. Сними нас, дорогой. Ага. Сейчас, перезаряжусь, все сделаю, серьезно. Ладно. Спасибо. Спасибо. Послушайте. Понимаю, в таком виде. Но ты послушай меня. Далеко, как эти, у меня растет сын. Я фотокарточку домой не вешу. Вот вырастет сын. Родится внук. Я хочу, чтобы он увидел. Хоть немножко понял, через какой ад мы прошли. Я не для газеты, дорогой. Сними, Геннадий, сними.
Вы, случайно, у себя в лагере моего партизана не встречали? Партизан в лагере не держит. Их на месте. Ну почему же? А помнишь двух белорусских партизан? Ну и долго они у нас пробили. Сразу и... Ну были? Да были, были. А как твоего зовут? Может, встречали где? Трофимов Николай. Веселый такой. Видный. Красивый. Нет, не встречали. Петр Федорович. Подтвердите нахождение полковника Саенко в плену националистической банде. Значит, ответ только так. Нахождение в банде буржуазных националистов и плену подтверждаем. И характеристика, Алексей Федорович. Да, кстати. Добавь еще. Высылаем характеристику подпольного обкома партии. Есть. Так, что у нас дальше? 18, 19, 2. Сегодня уже 20. Уже 20, Петр Васильевич. 20? Да, трудная наука научиться ходить. И вас совсем замотал. Да что вы, Петр Васильевич, вовсе не тяжело. Воздух какой, а? А сейчас идем дальше. 21, 22, 23. Разрешите обратиться, товарищ генерал? Лейтенант Груздев прибыл в ваше соединение по особо важному заданию. Впервые прыгали с парашютом? Нет, четвертый прыжок. Прибыл побеседовать с вашим подопечным. А у меня их 4000. В письме мне сообщалось, что по имеющимся данным, полковник Саенко Петр Васильевич добровольно сдался в плен. Перешел на службу в буржуазно-националистическую банду. Лейтенанту Груздеву поручалось произвести на месте расследование и в случае необходимости сопроводить самолетом в Москву для перепроверки. Вот что, лейтенант, приказываю. О цели вашего визита никому не рассказывать. Есть, товарищ генерал. И еще. Мы не просто воинская часть 0015. Мы воинская часть, действующая в глубоком тылу врага. Прошу это понять и в поведении своем здесь учитывать. Ясно, товарищ генерал. На основе каких сведений составлено это письмо? Как я слышал, на основе данных, поступивших от разведки в виде письма. Какого письма? Не могу знать, но факты, приведенные в письме, были подтверждены вашей радиограммой. А характеристика? Мы же давали положительную характеристику подпольного обкома партии. По-моему, никакой характеристики не было. Вот тяна. Мы посылали характеристику. Вот что, лейтенант. Учитывая исключительные обстоятельства, я, как депутат Верховного Совета СССР, приостанавливаю расследование. Значит, характеристика обкома не была получена. Лишь спустя месяц я узнал, что тот самолет не долетел. Что же мне теперь делать? С первым самолетом отправим вас в тыл. С ответом обкома партии. Алексей Федорович, разрешите с вашими минерами принять участие хотя бы в одной операции? Хорошо. Мы удовлетворим вашу просьбу. До первого самолета. Спасибо, товарищ генерал.
потом он был в третьем батальоне, да. Конечно. Ух, с таким окружением скоро и танцевать научитесь. Верно, Аня? Пойдем. Хочу сказать вам, Петр Васильевич. Понимаете, если честно признаться, вначале я тоже не верил, что вы будете жить. Но сейчас как? Живем? Спасибо, Алексей Федорович. Живем. 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 Тем, кто не пережил войну, возможно, будет трудно войти в мое тогдашнее положение. Страна жила в постоянном напряжении, жила по строгим, беспощадным законам военного времени. И были приказы в плен не сдаваться. Не всегда была возможность все проверить и разграничить. Попал ли человек в плен или добровольно сдался. И чем выше звание, тем больше позор и суровее кара. Прав ли я был, что не позволил Груздеву вести расследование? Думаю, прав. Олечка. Ой, я думала... Извините. Да вы садитесь. А дети где? Алексей Федорович, на санках целый день домой не загонишь. А мы тут с Дружининым ходим по землянкам. Подарки, как Деды Морозы, разносим. Вот. Ой, что вы. Ну, спасибочки. Вы садитесь. Да. Вы, Алексей Федорович, на меня зла не держите. О чем ты, Марина? Да я вроде как нахлебница у вас. Если бы не дети, я... Опять ты за свое. Ну что ты себя казнишь? Да. Эх, собирайся. Куда? Пошли. Марин! Тю! Оглашенный. Ой, я это... Тазик, это, медный. Зачем? Ну, концерт скоро, Алексей Федорович. Ага. Так я на тазик... Марин, дай ему... Вместо бубна. Да с твоим тазиком. О! На! Ну, звучит как. Да, спасибо. Алексей Федорович. Вы сказать хотели, Алексей Федорович? Да, хотела тебе это сказать, Марина. Ну что ты сидишь здесь одна? Там ребята под Новый год концерт готовят. А ты тут одна, как Параскева затворница. Да. Партизана я вступила, ленту красную ношу. Партизана полюбила, партизанам дорожу. Воевать на нас пошли, а того не взвесили. Лучше б Гитлера косого домой не повесили. Партизанская тропинка не бывает узкая. Только Гитлер не воюя, а победа русская. Партизанская работа для фашиста, бог забота, что не день, то под уклон, пуще новый эшелон. Ура!
потом. Результат разведки. Про немецких собак узнал в полном смысле этого слова. Овчарки находились вначале в подвале Госбанка, а потом их перевели в неизвестном направлении. Спасибо. Спасибо за хорошую службу, Трофимов. Я... Потом. Поговорим с вами потом. Есть. А сейчас отдыхайте. Есть. Что я говорил? Ну, привет, Коль. Привет, Тарас. Который час? Ну, что он? А вот, видишь? Вот, смотри. А? О, хвостом. Ну, что хвостом? Ой. У кого спирт? Подожди. 18:25. Представь себе, это подарок генерала Федорова за мой личный 5-й эшелон. Тарас. Ну, чё? Моя школа. Конечно. Но картишками балуешься. Ну вот что мне с тобой делать? Да ладно, ладно, я пошутил. Пошутил. Я, брат, сам сейчас в серых мизерах. Кашляю, доктор. Вижу. Слышу. Передавай следующее. Лейтенант Груздев и полковник Саенко ранены в боевой обстановке. Последний тяжело. Федоров. Все? Все. Владимир Николаевич. Когда кашляет, Тимофей Константинович, болит горло и грудь ноет. Не ныть, не ныть. Не стонать. За жалобами в очереди не стоять. Да я не жалуюсь, товарищ генерал. Только охлял малость. Здорово меня били за мою несговорчивость. Что с ним? Горло и грудь заложены. Я, конечно, не рентген, но думаю, с легкими все в порядке. Подлечи его, Константинович.
А то я слышал, у него скоро свадьба намечается. Или ошибаюсь, а, Николай Свет Данилович? Да нет, все верно, Алексей Федорович. Вот я хотел просить вас, как депутата Верховного Совета, ну, в общем, как нашу советскую власть, чтобы вы расписали нас с Мариной. Это ты просишь. А Марина как же? Ну, я думаю... Я тоже прошу. Естественно. Алексей, зайдешь потом ко мне? Есть. Уезжаете? Да, вызывает в Москву вместе с Дружининым. Ждем самолета. Надо срочно отправить раненых в госпиталь. Вас Гнедыш не отпускает. С июня 41-го не видел семью. Появится желание, черкните, передам. Хорошо, я напишу. Спасибо. В январе 44-го самолет доставил меня из Ковельских лесов в Москву. После вручения мне Михаилом Ивановичем Калининым второй золотой звезды, мы встретились с ним по депутатским делам. Проведенное нами расследование полностью подтвердило самые лучшие наши предположения. К тому же полковник Саенко проявил себя у нас в соединении как бесстрашный, опытный минер-крокодил. Крокодил? А, да, у нас... Почему-то называют минеров крокодилами. Асов я имею в виду. Я, кажется, догадываюсь, почему. Крокодил ловок и подползает к своему врагу бесшумно. Так ведь? Ну да, в общем-то. У вас Осаенко все? Нет, Михаил Иванович. На его боевом счету 5 взорванных эшелонов. Еще до получения мной указаний на расследование, мы представили его Красной Звезде. Так. А в националистическую банду попал случайно. Вскоре из нее вырвался, прикрыв своим пулеметом нашу группу минеров. Здесь подробно объяснено, во-первых, почему я самовольно остановил разбор дела Саенко. Ну, а во-вторых, все материалы его касающиеся. Да. Вижу, вы свои депутатские обязанности и в партизанах не забываете. Ох, Михаил Иванович, у меня все обязанности перемешались. Да и как тут отделить депутатские обязанности от командирских, партийных? Все, что поступает от вас, партизан, из-за линии фронта, представляет огромный интерес. Обещаю вам подробно ознакомиться со всеми документами этого дела и поставить вопрос на контроль. Спасибо. Спасибо, Михаил Иванович. Желаю вам, Алексей Федорович, благополучного возвращения в соединение и успешного выполнения правительственного задания. Спасибо. Надеюсь, 1500 эшелонов взорвете ко дню освобождения вашей области. Постараемся, Михаил Иванович. Постараемся. Еще раз поздравляю вас. Спасибо. Спасибо. Слушай, товарищ генерал. Садись. Слушай, Алексей, наши мины замедленного действия, сколько их не сработало? Осенью, зимой? Ну, подожди. Через день-два партизанские земли сольются с большой землей. Пойдут наши поезда. И представляешь, по нашим же минам. Да. Прикажи командирам групп, чтобы все до единой подсчитали. У нас у бухгалтеров, товарищ генерал. Ну? Да. Тебе за хребет. Вот именно. И сколько? Всего не сработало 18 мин. Это на всех участках. Да, но это наших мин. Беда в том, что могли остаться и чужие.
Был уже освобожден Киев, и бои шли на правобережной Украине. Наш обостренный слух уже улавливал гул канонады, и каждый из нас рисовал в своих мечтах торжественный миг встречи с Красной Армией. А произошла эта встреча просто, даже буднично, как это часто бывало на войне. Осторожней, земляк. Земляк? Откуда вы такие свеженькие? Мы калужские. А вы черниговские. И чьи же вы будете? Генерала Пухова. Ха, надо же! А вы генерала Федорова? Действительно земляки. Товарищ лейтенант, свои? Ничего-ничего. Выздоравливайте. Набирайте силы. До свидания. Счастливо. В тот день мы отправляли жителей цивильного лагеря через лесной коридор на большую землю. Ты мне смотри. Сам на рожон не лезь. А, Алексей Федорович, как же так? Мне приказано ехать, а дети остаются. Несправедливо это. Ты что ж, нам с комиссаром не доверяешь? Доверяю я. Если у вас много. Может, останусь я. А мамку тебе не жаль? Тихо, сынок. Весна скоро, огород надо. Знаю, знаю. Он думает, пять эшелонов подорвал, так уже герой может батю указывать. Я, может, за это время 10 подорвал бы, если позволили. О, дочка тоже хороша, только же никак не думает. Не понимает, дуреха. Что это дело послевоенное, а? Ой, ну так. Максим Титович, ну ты не прав. Полина отличная санитарка и ведет себя достойно. Так может я останусь, а? А мы тебе подарочек приготовили. Какой? Параконку. Титыч, твоя. Я думаю, в колхозе пригодится. Да параконка это хорошо, но может я... Товарищ генерал, разрешите? Это были разведчики 13-й армии генерала Пухова. Родные, милые ребята. Ты людей снимай, досмотри, чтоб резкость была. Диафрагму держи. Эх, красная ягода. Колечка. Но. Ну, хочешь, я пойду гнедышу? Неправильно он тебя обследовал. Негоден ты к строевой. Ай, здоров я. Здоров. Здоров. Кашляешь по ночам, дети шарахаются. Пройдет. Пройдет, Марин. Вот уеду я, сляжешь ты. Кому ты будешь нужен? М? Армии он нужен, Марина, армии. Война-то еще не кончилась. Так я ведь ничего против не имею, если нужен. Ну только ж пусть не лезет самое пекло без оглядки. Вы прикажите ему, Алексей Федорович, он только вас слушается. Слыхал? Так что оглядывайся. Я разведчик, мне нельзя не оглядываться. Придешь с войны, береги ее, а то уведут. Прощай, Марина. Счастливо.
карету смахнула у ворот, моя любимая. Платком смахнула у ворот, моя любимая. Горой стрелковых набрых взор, теперь моя семья. Потом привет тебе он шлет. Это твои там заливаются? А? Подрывники, говоришь? Ну-ну, мы взрывали, понимаешь, а нам теперь восстанавливай. А? Хорошо работали, дьяволы. Товарищ капитан, разрешите обратиться? Погоди. Есть. Поручай, старший лейтенант. Нужно тихонько мину снять. Путейцы обнаружили. А мне через час первый состав. Веселое дело. И участок не наш. Надо взрывать. Да это никак нельзя, голубок ты мой. Разворотишь рельсы, какой к черту ремонт? А поезд, сам понимаешь, недачный. Да что ты меня уговариваешь? Мина-то с секретом. Задача. Распримадон. Кто пойдет? Приказывать не могу. Я пойду. Ты не пойдешь, Миша. Товарищ... Не пойдешь. Денисов, ты. Абасов. Я пойду. Всеволод, я не приказываю. Да ладно. Ты, Николай? Да, помочь? Пот. Глаза заливает. Уходи. Прости, Вовка. Первый раз. Уходи, говорю. Да и уйду я. Тихо ты. Мину разбудишь. Кнопки нашел. Одна есть. Ага. Вот она и вторая. Голубушка. Ну, потянули? Что? Стоп! Thank you.
Последняя война уходит от нас все дальше. Но с каждым десятилетием все ярче становится исторический подвиг нашего народа, сокрушившего фашизм. Все, что связано с войной, стало нашей отечественной святыней, своеобразной книгой-реликвией, которую мы передаем потомкам. И одна из страниц этой книги написана партизанами.